Добрый день, друзья! Вы смотрите программу «Музей Мания». Меня зовут Лобачева Анна, и сегодня я проведу для вас экскурсию в Центре славянской письменности слова на ВДНХ. Наш центр открылся совсем недавно, в мае прошлого года. В центре два зала, и первый зал, в котором мы с вами находимся, посвящен истории письменности. Письменность на Русь пришла в конце X века, связано это с важнейшим событием в истории нашей страны, с крещением Руси. После этого события жизнь людей полностью меняется, появляются новые слова, новые понятия, новые символы. Например, такие, как мы можем с вами увидеть на стенах нашего храма. Лев для нас сейчас это царь зверей, а для людей того периода увидеть изображение льва означало, что это символ Христа, то есть царя небесного. В середине XI века появляются первые книги. Перед вами уникальная книга, которая носит название «Остромирово Евангелие». В книге 249 страниц, и точно известно, что писали ее около 8 месяцев, то есть не более 2 страниц в день. Книга написана вручную очень сложным почерком, который носит название «Устав». Также она богато украшена. Такие книги позволить себе могли далеко не все, так как стоили они очень дорого, то есть по современным меркам, как дом с землей. Обучали грамоте в то время с помощью специальных деревянных дощечек, покрытых воском. Они носят название цера. И писали с помощью инструмента, который носит название писала. Изготавливали писала из металла или из кости. Одна сторона его была острая для того, чтобы было легко выводить буквы на воске, а на другой стороне имеется лопаточка для того, чтобы эти буквы можно было стереть. Сколько было грамотных в XI-XII веке, мы, к сожалению, не знаем, но можем предположить, что достаточно много. Доказательством этому служат берестяные грамоты, которые находят по всей территории России. Перед нами грамоты, которые нашли под Новгородом. Дело в том, что там особенности почвы позволяют берестяным грамотам достаточно хорошо сохраняться. Глиняные человечки, которые представлены в нашей экспозиции, символизируют собой жителей города, а берестяные грамоты – это сообщения, которыми они обмениваются. То есть можно сказать, что это настоящий городской чат. Если берестяные грамоты – это обычный бытовой язык, доступный каждому, то официальные документы могли писать только монахи-переписчики. Как они работали, мы с вами можем увидеть в нашей келье. Обратите внимание, что келья очень маленького размера, в ней нет отопления, также она плохо освещена. Монахи часто работали по ночам при свете свечи, так как днем у них были другие заботы в монастыре. Как же они работали, мы с вами можем увидеть на нашей стене, где монах как раз пишет какой-то очень важный документ. Книгопечатание в Европе появляется в середине 15 века, когда Иоганн Гутенберг изобретает книгопечатный станок. В нашу страну книгопечатание приходит почти на целый век позже, в середине 16 века при царе Иване Грозном, когда он решает открыть книгопечатню в Москве, и руководителем этой книгопечатни становится Иван Федоров. К сожалению, проработал в нашей столице он недолго, так как в книгопечатне произошел пожар. После этого Иван Федоров Россию покидает, продолжает работать в Европе. Но книгопечатное дело в нашей стране развивается, и особый пик книгопечатания приходится на правление другого царя, Петра I. Связано это было с тем, что в это время открывалось большое количество профессиональных учебных заведений, для которых требовался большой объем учебников и книг. Наш следующий раздел посвящен обучению грамоте. И сидя за нашими партами, вы можете рассмотреть, как обучали грамоте в различные эпохи. От периода до Монгольской Руси и до периода прихода новой власти, когда за парты посадили не только детей, но и взрослых. И обучали по особым учебникам, которые носят название «Долой неграмотность». В стеклянных витринах вы можете увидеть личные дневники. Это дневники простых людей, от школьника до учителя. А также с дневниками вы можете более подробно ознакомиться в нашей интерактивной библиотеке.
На этом я заканчиваю рассказ об истории письменности и передаю слово своей коллеге Александре, которая более подробно вам расскажет о буквах. Здравствуйте, меня зовут Александра Гарафудинова, я экскурсовод Центра Слова. И в этом зале я вам расскажу о бесписьменной речи и о буквах, конечно же. Сейчас в нашем алфавите 33 буквы. Однако раньше их было больше. Со временем буквы покидали наш алфавит, но у нас, на этом мультимедийном поле, мы сможем проследить биографию любой буквы, которая была раньше или которая есть сейчас. Вот давайте для примера возьмем букву «кси», которая, как известно, в нашем алфавите отсутствует, и проследим вообще, как же она выглядела, как она менялась. В 18 веке она ушла из нашего алфавита, писали ее именно так. Мы поговорили с вами о биографии букв и видели, как буква может меняться. Но сейчас мы с вами вернемся к истокам и поговорим о тех, кто же вообще создал алфавит для славян. Речь, конечно же, о братьях из Византии, Кирилл и Мефодий, которые в 9 веке специально для славян разработали алфавит, который мы сейчас с вами называем глаголицей. Мы не используем глаголицу, посмотрите, как она выглядит. Глаголица была неудобна для тех, кто переводил книги с греческого языка на предок нашего языка. И поэтому в скором времени ученики братьев просто заменили символы. То есть основная работа, проделанная братьями, это выделение звуков, осталась за ними. А их ученики просто поменяли символы. И этот алфавит мы с вами называем кириллица и используем не только в русском языке. А больше сотни языков используют кириллицу. Давайте посмотрим на наше древо. Мы видим много листочков. На каждом из листочков написано название языка и год, в котором этот язык принял кириллицу как свою письменность. Если мы посмотрим уже ближе к верхушке нашего древа, вы увидите самый молодой листочек 2010 год. Так что уже в нашем современном мире некоторые языки тоже переходят на кириллицу. Так как этот зал у нас посвящен бесписьменному творчеству, бесписьменной речи, мы можем здесь познакомиться с фольклором, с разными его разновидностями. Например, вот в этих зонах фольклор деревенский, где можно прослушать сказки, былины, былички, колыбельные, любой вид фольклора на ваш выбор. А ведь разные песни-то бывают. Так дивья лирика обычно поют те, которые, ну, можно сказать, незамужние. А нам-то тоже охота попеть тем, кто замужний-то уже. Так вот, будем стоять на бережочке, да и будем петь. На вот литечке сидит сизенькой голубчик, да из моей, хоть да милой из глаз. Это песня из Тотемского уезду, оттуда, с той стороны севера. Миленько из глаз уезжает моя душа, радость дожить, вода жить, вода, льновые города. Некоторым непонятны слова, так я ведь так бывает и рассказываю, что не понимают слова, о чем пою песня, то нравится, а мелодия какая шибко плоская. Вот, так миленько из глаз уезжает жить в дальние новые города. Уезжает, а Мила у него просит, чтобы его с собой взяла. Ну, чтобы парень девку с собой взял. А он говорит, нет, не возьму, потому что люди-то плохо будут говорить. Ну, вот такие песни о разлуке, о любви бабушки и пели. А вот мы теперь тоже поем, чтобы сохранить нашу традицию песенную-то. Но есть еще одна комната. Фольклор же не только деревенский бывает, это мы к сказкам привыкли, но фольклор еще бывает городской. И здесь у нас городской фольклор представлен детскими страшилками. В этой комнате мы видим много мебели советской эпохи. Возможно, вы тоже видели у бабушек такие шкафчики, ящички. На каждом из шкафчиков есть вопросительные знаки. Давайте заглянем в некоторые из них. Что же они скрывают? Чудовая девочка и ее мама. Как-то раз мама послала девочку в магазин. За хлеб. Один раз девочка сидела зашла в магазин с клюшей. Вдруг повезло, встретила
Дорогие друзья, на этом наша экскурсия подошла к концу. Мы будем рады видеть вас в нашем центре. До новых встреч!